Honda ENP1, как настроить ограничение в зарядке 90% батареи дома или в гараже, где вы находитесь, где вы постоянно заряжаете машину. То есть заходим в... расскажу вам, как это видно. Вот у нас полностью в такой режим. Заходим в Navigation, у нас здесь молоко невозможно выбрать. Заходим в меню Charging, у нас неактивное поле Home. Возвращаемся на это меню Navigation. Здесь выбираем вот это вот меню. Три таких палочки, как гамбургер. Заходим в Favorite. У нас есть вот Home. Нажимаем вот здесь редактировать. Потом выбираем Current Location, то есть место, где вы сейчас находитесь. Все, у нас сохранено. Теперь видим, что поле Home стало активным. И здесь мы можем спокойно выбрать, например, 90%, если вам надо. И вы будете заряжаться до 90%. Все, пользуйтесь, потому что в ином другом случае нужно постоянно выставлять процент вручную каждый новый раз. Пользуйтесь, радуйтесь. Всем хорошего дня.